подача. И удар по воротам. Вот это да! Вот это начало! Точно в 9 и 1-0 хозяева приводят стадион «Химик» в восторг. Шикарный удар, и Николай Зириков просто проводил мяч в девятку своих ворот. Это Сергиенко. Браво! Ничего себе! Давайте смотреть, что была за атака. Никто не понял, чей должен быть мяч. Передача и мощнейший удар точно в 9. Экстра-класс. 1-0. И еще раз повторюсь, это только начало. Перед этим матчем мы с нашими коллегами общались из Дзержинска. И Сергей Дурасов предположил, что будет 2-2 и будет бешеная игра. И именно эти слова подтверждает шикарный удар